В Саратове встретили очередного земляка-чемпиона. На поезде Москва-Алма-Ата домой вернулся победитель чемпионата мира по кикбоксингу Дацы Дациев. Титул, именной кубок и медаль саратовский спортсмен завоевал в минувшую субботу в Белграде. Дациев стал сильнейшим в весовой категории до 75 килограммов. На Саратовском железнодорожном вокзале чемпиона мира встречали одновременно по русскому и по кавказскому обычаям. Преподнесли хлеб-соль и станцевали лезгинку. Когда друзья-спортсмены на радостях принялись подбрасывать товарища, тому пришлось улыбаться, превозмогая боль, поскольку в третьем бою чемпионата саратовцы сильно травмировали. И в главной схватке ему пришлось побеждать не только соперника, но и себя. В финале был очень длинный и очень сильный соперник из Марокко. Я в третьем раунде, когда ударил с ноги, полностью отбил ногу и начал хромать. А он это увидел и начал на меня, ну, идти работать на меня. Но все-таки я взялся и собрался, и выиграл этот бой. Я переживал за то, что в бою с сербом его могут засудить. Потому что серб был номер один в этом весе, и все происходило в Сербии, в Белграде. Ну, Даци не дал им шансов таких. На чемпионате мира по кикбоксингу была невиданная ранее конкуренция. В весовой категории до 75 килограммов, в которой выступал Дациев, за победу бились спортсмены из 23 стран.